Чтобы не потерять форму, спортсмены стараются использовать любые возможности тренироваться. Кто-то предпочитает видеотрансляции, а кто-то даже преподает. Например, Александр не только сам занимается общей физподготовкой, но и ведет занятия по боксу, сейчас удаленно. Говорит, что спорт – обязательная составляющая жизни человека. Всю жизнь я занимаюсь бегом, потому что бег, он настолько дает позитивное настроение, и эндорфины выделяются, и физическая форма хорошая проявляется. А со спортом он вообще очень сильно связан, потому что бег, он дает общую физическую, так сказать, подготовку, дыхание, выносливость, подтяжку мышц. Совсем недавно парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной дал добро на посещение, но только с соблюдением мер защиты. Пока здесь можно находиться в масках и перчатках не дольше 4 часов дважды в неделю. Александр пришел сюда не просто на прогулку. Вместе с другом Сергеем он принял участие в соревновании под открытым небом «Здоровый бег». Основная фишка – каждый участник проходит 6-километровую дистанцию в одиночку в разное время. Сергей говорит, что бежал не спеша и справился за 40 минут, а состязание узнал в Инстаграм. Хотелось бы сказать отдельное спасибо Центру физического развития «Вектор» за то, что они организовывают такие забеги, ну и мотивируют людей как бы на спорт, занятия спортом. С 20 по 30 мая любой желающий может пробежать дистанцию и скинуть ссылку на трек в спецприложение. Оно обрабатывает данные, в том числе засекает время, маршрут и частоту шагов каждого участника. Схитрить не получится. По словам организаторов, у спортсменов прямая зависимость от активности, и им очень трудно пережить этот период. А значит, участников будет много. Награждение пройдет в бесконтактном режиме. Все участники, которые хотят получить медаль финишера, отправляют адрес, куда им будет отправлена медаль. И также будут электронные дипломы, которыми они могут поделиться, похвалиться в своих соцсетях и распечатать их для личного архива, не электронного. Победители определят в конце месяца. Они получат медали и сертификаты в спортмагазин, где смогут приобрести себе что-нибудь новенькое для комфортных занятий спортом. Елена Морозова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».